В соседнюю Канаду с официальным историческим визитом прибыл президент Франции впервые за 27 лет. Более того, Франсуа Олланд оказался первым французским лидером, посетившим западную часть страны. Сообщается, что с канадским премьером Стивеном Харпером Олланд обсудит экономику и торговлю, а также вопросы глобальной безопасности на фоне громких терактов, потрясших Канаду в прошлом месяце.